часто берет инициативу на себя, но сейчас, похоже, тот самый момент. Здорово раскачал лабиринт. И, исходя из этого, нас ждет огненный седьмой матч, когда уже все. Чтобы продолжить какое-то движение. Защищается агрессивно против Акуна Персела. Американец пытается продавить своего оппонента. Больше. Акун Персел против Курбанова. Ой, здорово. Ой, здорово. Теперь Персел против Карасева. Проход идет. Левой рукой бросает. Ошибается с передачи. Акун Персел убегает в быстрый отрыв. И... Воу-воу-воу-воу-воу. Сам потерял мяч. И Акун Персел. Да! Пытается поразить и меня своей настойчивостью. Интересно, одни из лидеров Андрей Мартюк и Владислав Емченко. А Акун Персел как? Очковый дистанции. Штрафные не бьют. Акун Персел. На Мартюка тут забил в предыдущей атаке издали, но вот сейчас бросать не стал. Зато бросает Акун Персел. Теперь оказывается на трехочковой дуге, бросать не стал. Время сейчас работает на Локомотив. Персел в проходе, левой рукой, да, там был Персел, промах и не дотягивается Витищев до этого мяча, но Емченко собирает. Возможность ошибиться, Акун Персел. Постоянно ищет контакт, Акун Персел, бросок со средней дистанции, вроде мало. И это сохраняет им хорошее настроение, по меньшей мере. Как раз на скоростные... Переходы из защиты в нападение, быстрые броски. У него к вами вон. Астана, видимо, уже немного все-таки сознательно понимает, что эту игру спасти не удастся. Персел! В планах победить в этом матче. Вадима Третьяка здесь обкладывает Акун Персел и... Акун Персел. Фейкер в проход отправляется. Сложный мяч. Ну а Секулич просил в тайм-ауте не бросать раньше времени. Они не бросают. Червенев. Хортон. Барфар. Барфар, это навесная. Хортон завершал. Пустил. Тем не менее попадает. И тут же поперечная передача. Перехватывает ее Акун Персел. Ух, красиво. Реализация с игры, но в первую очередь это специалист по защите. И обратите внимание, что сейчас он вообще остался на периметре. Была нужна нижнему быстрая атака, но передача хвостов заканчивается потерей. Барфорд!